Привет, с тобой Алена, ты на моем канале, и сегодня мы говорим, почему, возможно, у твоего мужчины не получается с тобой хороших интимных отношений. Причина номер раз. Эта причина называется гормональный сбой, который преследует мужчину достаточно долго. Второе, причина номер два. Ты человек, который пилит постоянно своего мужчину и не дает ему высвобождать свою энергию. Причина номер три – это некие патологические отношения с самой собой и перенос, контрперенос на мужчину. Такое тоже бывает, и поэтому мужчина очень быстро, часто считывает эту информацию, и желание доминировать у него уже отсутствует, и там оно и проявляется. Другой момент, когда ты являешься тем источником, который создает некое внутреннее напряжение во всей этой системе. Как ты можешь повлиять в моменты, в которые ты уже влияешь? Ты изначально, возможно, требуешь большего от своего мужчины, чем он может дать. Другой момент, ты наоборот, не даешь того, чего он требует, когда, например, он требует ласки, внимания и твоего присутствия. Еще один важный момент – это договоренности в паре. Насколько вы делегируете друг другу свои права, обязанности, как вы выполняете, как вы договариваетесь. Представь, что вы как два сосуда, взаимоперетекающие, которые наполняют друг друга. И если один сосуд чуть-чуть выше другого, то в один втекает, а другой, простите, вытекает. Именно так работает вот эта история с тем, когда отношения в паре, ну, не ладятся, мягко говоря. Еще один важный момент – это нормализация и гармонизация своего состояния внутреннего, которое очень быстро, часто передается твоему мужчине. Если это состояние часто разбалансировано, если ты сама плохо управляешь своим стрессом, если ты очень сильно сейчас страдаешь от какого-то либо состояние, то это мужчина очень быстро считывает и начинает воспринимать тебя как личность, которая управляет. Если ты постоянно требуешь и своего мужчину заставляешь, например, перечислять себе деньги, что-то искусственно создаешь, то понятное дело, что через какое-то время мужчина устанет и у него перестанет быть тот интерес, который так нужен тебе, например, в удовлетворении своих женских потребностей. Далее, когда мужчина чувствует, что ты властна, когда ты кошечка такая в отношениях, и он чувствует, что ты больше, чем он, то есть тебя эмоционально больше, тебя психологически больше, тебя вообще больше во много-много раз, тогда мужчина тоже чувствует себя маленьким, и в эти моменты он не хочет быть тобой управляемым. Поэтому, моя дорогая, тебе нужно ощущать то, когда ты можешь управлять, и то, когда ты должна быть той кошечкой мягкой, белой, пушистой, которая просто наблюдает и вдохновляет. Если у тебя есть все характеристики человека, лидера в отношениях, то это лидерство лучше всего сразу не показывать и лучше всего наблюдать за тем, как ты хочешь что-то сделать, но до конца не реализуешь. Сегодня я тебя очень прошу выполнить одно большое задание. Это продумать о том, куда ты направишь свою энергию, если тебя лишат управления твоим мужчиной, если ты именно та доминантная женщина. Если у тебя другая история, если ты понимаешь, что твое влияние не оказывает, тебе нужно направить своего мужчину на гормональные исследования, ведь это часто является триггером, по причинам которого мужчина, ну, не может хотеть тебя по-настоящему. А ты думаешь, что причина в том, что ты недостаточно красива, хороша, либо что-то там с тобой не так. На самом деле нет. Еще одна важная причина, когда мужчина с тобой уже
не считается, когда у него действительно пропал к тебе интерес. А пропасть интерес к тебе может тогда, когда ты не занимаешься собой, когда ты не имеешь любимого дела, когда ты полностью поглощена своим мужчиной и отдаешь ему настолько много, что он не готов принять. Это привет тому, что называется, вытираю ноги об тебя, потому что ты это позволяешь. Далее, когда может еще не получаться, когда женщина не дает отчет и сама до конца не желает быть с этим мужчиной. Если она не желает, то мужчина это считывает, и начинается некая такая большая проблема, дилемма. Кто главный, кто посредственный. И когда одеяло в отношениях тянется кем-то на себя, то страдают в этих отношениях оба или обои, называй как хочешь. Также в отношениях очень сильно сказывается твоя зависимость. Если ты зависима финансово, если ты зависима эмоционально, если ты зависима в любом состоянии, то это также будет таким комплексом, который тебе